Значит, я абсолютно уверен, что главные угрозы и проблемы страны лежат внутри нашего государства. Когда есть внешний враг, мы можем сплотиться. И мы достаточно развитые, в том числе технологические государства, чтобы еще успеть, так сказать, вскочить на хвост уходящего поезда. Вот, поэтому я думаю, что, возможно, это первая, самая большая проблема, это нежелание отвечать за собственную жизнь. Еще раз, я всегда опираюсь на это. Демократия любого там вида, все, качественная жизнь строится на ответственном населении за собственную жизнь, а не на патерналистских настроениях в отношении государства. Начнем заботиться об окружающей экумене нас, все будет хорошо. Из этого вырастают и другие проблемы, на самом деле. Там, например, низкое качество государственного управления. Причин у него достаточно много. Это то, что нас тормозит. И, наверное, не знаю, вы три попросили. Я бы на самом деле... Еще раз, можно? Можно с самого начала.